Могут ли родственники изменить мою карму? Могут, если они живут в благости. Но это милость. Но это нет смысла рассчитывать. Понимаете, вот это и есть как раз страсть желать, чтобы мои родственники стали лучше. Вот это и есть страсть. Почему мои родственники не лучше? Потому что мне так положено в жизни. Это моя судьба, поэтому они не лучше. Благостный человек не обязательно живет с благостными людьми. Это результат уже благостной жизни. А благостный человек живет с кем? С невежественными людьми? Как он живет? Чуть-чуть подальше. Он женщина говорит, говорит мужу: "Бросишь пить, будем вместе жить близко. Не бросишь, будем чуть-чуть на расстоянии. Чуть-чуть на расстоянии. Это какое расстояние нужно, чтобы исправлять судьбу?" и не выходить из себя. Смотрите, если ей надо в соседних комнатах для этого жить, значит в соседней комнате. Если просто сексом не заниматься, значит сексом не заниматься. Невестному человеку ставятся условия, страстному человеку условия не надо ставить. Почему невестному условия ставятся? Потому что жить невыносимо. Кто такой невестный человек? Это тот, кто бьет, изменяет, насилует, материт. Детей, над детьми издевается, понимаете? Опасно жить становится. Человек не может жить вместе, потому что опасно. И он живет на расстоянии. На каком расстоянии? На безопасном. Но не разводится. Благостный человек не разводится. Со страстным человеком надо жить. На каком расстоянии? Близком очень. Но страстному человеку не нужно наше сердце. Понимаете, ему не нужно. Вот попробуйте сесть с ним и говорит, давай поговорим о жизни. Он говорит, слушай, давай фильм посмотрим. Нормальный фильм. Я устал, с работы пришел. Поговорим завтра о жизни. Мне так же мозги запарило своей жизнью. Так или нет? Ему это не надо, поэтому с ним и нет близких отношений. С благостным человеком близкие отношения. Три типа близких отношений. Есть наставник, с ним отношения такие. Он всегда из жизни в жизнь мой наставник. Я никогда выше его не буду, поэтому я всегда хочу от него получать только наставление. Все. Старшее, отношения со старшим. Равное отношение означает любовь. Что значит любовь? Это значит, мы говорим правду друг другу. Правду. Какую правду, которую человек может переварить? С одной стороны, мы служим друг другу, заботимся друг о друге, а в трудную минуту мы помогаем. Допустим, как помогают страстные люди. Страстный человек говорит, это он козел, допустим, меня бросили. Она плохая. Она тебя бросила, она плохая, и слава Богу, что она тебя бросила. Так? Страстный совет, благостный совет. Так сложилась судьба, ничего страшного. Давай будем молиться Богу, жизнь будет налаживаться. Так? Благостный человек никого не обвиняет. Он просто дает знания иногда он тебя может обвинить допустим ты бросаешь кого-то благостный друг говорит возвращайся домой с любовью говорит возвращайся Зачем тебе бросать близкого человека это не, не, не хорошая судьба неправильная возвращайся назад видите такой друг он приносит немножко оскомину но это настоящий друг благостные люди ценят таких друзей он это нежно на самом деле говорит, нежно, по-доброму. Ведь настоящий совет можно дать только с любовью. Невозможно давить советом. Когда человек давит советом, и так тошно. На тебя давит советом, еще хуже становится. Только с любовью.